начале улицы мы договорились, что клёны, которые стоят напротив дома ветеранов, мы не убираем, а прочищаем. То есть мы убираем нижние ветки и оставляем большую сухую. Также и с остальными клёнами. Тополя под замену. Потому что ну, они уже склеены. А фактически вот к чему вы сейчас пришли? Фактически мы не подвели никаких итогов, потому что куратор просто удалился и уехал. Как бы не сказав даже до свидания. Или там не назначив никакой следующей встречи, не подведя никакого итога. То есть куратор по вопросу, там, вот куратор, то есть мне задается прямой вопрос, Людмила Олеговна, объясните нам, пожалуйста, я вам ничего объяснять не буду. Ну почему? Не хочу. То есть вот все вопросы, то есть вот мы спрашиваем, почему, зачем, почему мы не можем оставить, будет некрасиво. Ну почему у нас один человек решает, что красиво, а что нет, а мне вот это красиво, и Татьяне это красиво, а кому-то некрасиво, то есть должно быть для этого у нас таким руководством со законом и здравым смыслом, а не проводить тотальную вырубку в городе, первое место по пыли мелкодисперсной мы находимся в летний период. И то есть вот эти деревья, хотя бы остатки того, что у нас в городе сохранить по возможности, чтобы мы, у нас какая-то защита была от этой бесконечной пыли с бензиновым смогом. Ну, к сожалению, у нас вот красота спасет мир. Видимо.